Всем привет! Пришло время поиспытывать наш гигабитный приемопередатчик. В принципе, дизайн уже подготовлен. Сейчас мы запрограммируем нашу платку. Так, плата запрограммировалась. Зашьем прошивку. Прошивка зашилась. Сейчас подождем, когда до брейкпоинта на мейн дойдет. Запускаем нашу программу. Так, вот тут видно, считались наши регистры MDIO. И уже приходят какие-то фреймы. Это фреймы приходят с нашего ПК. Если мы нажимаем кнопку, то пакеты уходят. Компьютер. Вот этот наш пакет, который пришел с нашей платы. Ну а здесь в консоли мы видим пакеты, которые приходят от компьютера к нам. Ну, в принципе, видно, что наш гигабитный приемопередатчик работает. Всем спасибо за внимание.